Жители села Новоахмирово в Усть-Каменогорске обратились в редакцию нашего телеканала с просьбой о помощи. По словам горожан, единственную дорогу, соединяющую дачный кооператив с городом, перекопали и закрыли. В ситуации разбирался наш корреспондент. Это жители села Новоахмирово. Несмотря на дождливую погоду, они собрались, чтобы пожаловаться на возникшую коммунальную проблему. Дело в том, что на единственной дороге начала работать тяжелая техника. Участок перекопали. В результате дорогу перекрыли, отрезав сельчан от города. Вчера между 7 и 8 часами перекрыли нашу дорогу. Мы пришли и спросили, почему вы закрыли дорогу, сказав, что это наша территория. Нам нужна эта дорога, по ней наши дети добираются до школы, мы ходим в аптеку, в магазин, все только по этому пути. Еще был случай, человеку стало плохо, нужна была срочная медицинская помощь, а скорая не смогла к нам приехать. Кто ответит, если что-то случится с этим человеком или с кем-то еще, а все из-за того, что дорога закрыта. Жители не знают, к кому обращаться за помощью. В садовом товариществе говорят, что не откроют дорогу, пока тяжелая техника не перестанет ходить. Уже несколько месяцев здесь КАМАЗ ходит постоянно. Тут ведь маленькие дети играют. Сколько раз малыши подвергались опасности. Мы не против легковых машин. Мы перекрыли дорогу для КАМАЗов. Почему этот вопрос не решают в акимате, ЖКХ или в полиции? В комитете местного самоуправления говорят, что в ближайшее время найдут решение проблемы. На территории нашего комитета 53 дачи, где с постоянной регистрацией проживает большое количество людей. И, конечно, им тоже нужно как-то ездить на работу и так далее. Председатель данного сообщества не имеет права закрывать дорогу. А те, кто разрабатывает карьер, должны были пройти общественное слушание и обсудить вопрос о том, можно ли тут копать. Жители направили письмо в городской отдел жилищно-коммунального хозяйства. Теперь люди ждут ответа от компетентных ведомств. Анна Коцарева, Назира Адак, Евгений Щетников, Алтай Ахпарат.